Начиная с 2000 года попытки добраться до стран Евросоюза стали причиной гибели 40 тысяч человек. Об этом сообщил представитель Международной организации по миграции на пресс-конференции ООН в Женеве. Теперь у нас есть глобальная оценка, которая указывает, что мы имеем дело с долгосрочной проблемой. Почти 40 тысяч мигрантов погибли с 2000 года. Таким образом, это долгосрочный стратегический вопрос, который должным образом не охвачен. Представитель Международной организации по миграции Леонард Дойл сообщил, что контрабандисты взимают высокую плату с желающих попасть в Западную Европу. При этом они сами же могут погубить нелегальных мигрантов. Такой случай произошел в сентябре. Контрабандисты потопили у берегов Мальты судно с 500 мигрантами. По данным Международной организации по миграции, в одной только Европе с 2013 года погибло более 4000 мигрантов. Судя по количеству людей, которые были на том судне, и судя по сумме, заплаченной ими, мы думаем, что, вероятно, контрабандисты заработали полмиллиона долларов. Международная организация по миграции хочет предупредить общественность о методах контрабандистов, чтобы избежать дальнейших потерь. Наша сегодняшняя позиция состоит в том, чтобы привлечь внимание к огромной бесчеловечности. Нам необходимо пробудить международное сообщество и помочь усилить голос тех, кто потерял своих близких, чтобы другие не шли на такой безрассудный шаг и не попали в руки контрабандистов, не имеющих в сердце ничего, кроме цинизма. По данным УВКБ ООН, в этом году добрались по морю до Европы 130 тысяч человек. В одной только Италии оказалось 118 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых пришлось спасать в море.